Хорошо, снимаются все маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Галина выходит из биоробота, становится рядом. Если в ее биороботе еще остались копии, голограммы, подключки, артефакты, все это чужеродное выходит и становится рядом. Ну, голограммы я не вижу у нее, но ей тяжело идти. Медленно она так выходит. Медленно. Хорошо, если еще где-то находится копии, если это не вся копия, сила моего намерения, я притягиваю ее к биороботу. Да, будет так. Появляется твой ручной сканер плеяд и просканирую пространство вокруг биоробота, если все невидимое становится видимым. Это она, тонкая копия вышла у нее. Хорошо, защищаем ее физический биоробот защитным потоком и чистых энергий Абсолюта. Берем Галину в защитный скафандр на время работы вместе с тонкой копией Галины. Поднимайся в комнату диагностики. 1, 2, 3. Мы на месте. Хорошо, мы приветствуем Галину. Интересуемся, готова ли она к диагностике. Доверит ли она нам свое биополе на период сеанса? Доверит. Отлично, хорошо. И я даю команду на счет 3. Сканер начинает сканировать пространство над головой Галины. 3. Сканер начинает сканировать все 7 тонких тел Галины. Находит все. Галина демон, инсектоид, синий дракон, и спрут. Огромный, какие? Слизистый, по всему ее телу. До самой земли висит на ней. Ну, вот это вот оно и будет, скорее всего, как ты и говорила. Хорошо, Вера. Так, они все в клетке? Да. Понятно. Считай цифру у демона над головой. 18. Так, являя всем присутствующим программу, мы здесь находимся по воле излияния Галины. Мы проводим чистку ее. Вы находитесь здесь нелегально. Сейчас будет происходить реверс энергии. Мы заберем у вас, отдадим вам, вернее, сначала все ваше негативное и заберем у вас все позитивное, что вы украли у Галины. После этого я дам команду каждому выйти и вытащить все, что он оставил в биополе. После этого я провожу проверку. Все, кто проходит проверку, проверка проходит 2 миллиона герц. Если кто-то что-то забыл и не вытащил, он просто сгорит в клетку. Те, кто проверку прошли, те выходят, те уйдут на свою чистоту первый раз безнаказанно. Если второй раз, после произнесения манифеста, который будет в этом сеансе проведен, прозачитан, еще вас обнаружу в теле, то вы уже никуда не уйдете, кроме галактического ядра. Вам все это понятно? Да, понятно. Вы отвечаете на все мои вопросы, которые я буду задавать, и исполняете все мои команды. Если вы это будете делать, у меня нет никаких причин на вас воздействовать. Кто меня будет обманывать, будет моментально сразу наказан. У меня есть меры воздействия на каждого из вас, но я не хочу их применять. Все, переходим к первой, к процедуре реверса энергии. И я даю команду тонкой копии Галины спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную, негативную и патогенную низковибрационную энергию в ее биополе. 1, 2, 3. Начали выстраиваться каналы, сущности каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной, патогенной, низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслей, форм. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Галине. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней, все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усиливаем потоки в 50 раз, до последнего микрона идет отторжение и возврат чужеродной энергии интерферентам по каналу. Итак, демон, 18 герцовый, как долго ты находишься в этом биополе и на каком основании? Последние 20 лет с ней общаюсь. 20 лет? А что ж тебе 20 лет так в ней прельщало, мне интересно просто. Это что за такая черта должна говорит, быть? Говорит, посмотри на ее ноги. Вера, сколько что у нас дорог там? Исходило. Не лярва на подошвах, черные. Ты хочешь меня спросить, отдам ли я тебе лярвы после этого, да? После сеанса. Говорит, столько лет я их караулю. Хорошо, демон. У меня нет ничего, в принципе, я не возражаю. Только если ты будешь мне помогать и отвечать на все мои вопросы, которые у меня возникнут в ходе этой чистки сегодня. Согласен? Согласен. Хорошо, именно когда будет команда дана на
то, чтобы вытащить все, ты вытащишь, доложишь все, что ты вытащил, и только тогда я тебе дам разрешение снять вот эту лярву. Хорошо, 20 лет ты находился с ней. Переходим к инсектоиду. Инсектоид, как долго ты находился в этом биополе? 5 лет. 5 лет. Понятно. У тебя есть инкубатор там? В ее биополе? Да, у него есть инкубатор. Хорошо, все, потом я тебе дам команду, заберешь. Синий дракон. Считай цифры над головой. Какой дракон у нас? Одноглавый, синий. Цифры? 1007. 1007. Понятно. Хорошо, синий дракон. Как долго ты находился в этом биополе? 7 лет. 7 лет целых ты сидел. Хорошо. И спрут, я обращаюсь к тебе, как долго ты находился в этом биополе? 50 лет. Еще раз. 50. 50 лет? Я такого еще не слышал. Спрут, ты всю, практически ее жизнь прожил в ней? В смысле, половину жизни с 30 лет? Вот это да. А чего ж ты так долго находился? Что тебе так там нравилось с ним 50 лет? Он как прилип к ней. Он в слези, во-первых, вся на его. И у него вот эти щупальцы до самого пола связают с ней. Да он же из нее делал спрута. Ну, так получается. И он давил на нее. То есть на тело давил. Опухоли у нее из-за него. Ноги, руки. Опухоли на руках и ногах. То есть как придавленная она. Были из-за нее. Хорошо. Так, у меня еще один вопрос к всем присутствующим. Кто занимался ее эзотерическим развитием? Кто ей там подкидывал идеи насчет того, учением обучаться, каким не обучаться. Есть таковые здесь? Дракон. 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 Твоя любимая фишка, да? Псевдоучение, где человек постоянно что-то ищет и 80% энергии теряет, правильно? Но это не моя вина, говорит. У нее свои навязчивые идеи. Ладно, хорошо. Это мы все еще сегодня увидим. Как реверс? Закончился? Или еще да, идет? Закончился. Хорошо, и устанавливаются фильтры золотой сеточки, и в порядке реверса Галина забирает чистую и светлую божественную энергию. Обратно пошли энергии божественные и чистые. 1, 2, 3. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли, до последней капли возвращает Галина себе обратно. Она, хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Хорошо, демон, 20 лет ты сидел. Расскажи мне, какая была ситуация, что тебе так, какая черта, чистота, вернее, в ней так понравилась? На какой грех ты пришел? Он меня слышит? Сейчас, секунду, он показывает. А, хорошо. Что-то типа юбилей, застолье такое доброе, танцы какие-то, бабушки собрались, с портала пришел. С портала. Понятно. То есть ты не конкретно на какой-то грех зашел, ты просто подключился, выскочил из портала и зашел в ней, да? Ну, он наблюдал, выбрал ее. Хорошо. А что тебе там в ней так понравилось? Все-таки 71-й год был. 20 лет назад. А, 20 лет, пардон, да. Это 2001 год был. Я сейчас просто впечатлен от спрута, 50 лет, который сидел. Я такого еще не видел. Ну что она ругается, что она делает? Ты мне объясни. Скандалит. Магия черная. О чем идет речь? Объясни мне. У тебя же нет с ней никакого контракта. Он зашел на задор. Задор. А что задор является чем-то таким, что демону приятно? Ну, я решил попробовать. И потому он иногда заходил, иногда выходил, иногда поджидал ее. Он почему на ноги показывает? Много где она была, много куда ходила, много что делала. Иногда это шло вразрез с моими интересами. Интересами, да, вибрациями, настроениями. Но он ее поджидал, заходил опять и шел дальше с ней. Посмотри, какой целеустремленный, сопутствующий в жизни. 20 лет сопровождает. Хорошо, ладно, поехали. Реверс у нас идет. Он говорит, что в ней в самой есть темное. А да. Мы любим таких. Я поэтому и спросил, если 20 лет ты сидишь, что ты должно быть в человеке, что тебя прельщает? Я не могу представить, что ты 20 лет сидел в монахине, которая молится постоянно день и ночь. У тебя просто бы там голова разлетелась.
от этих энергий. Замкивает. Да, а тут тебе что-то так должно было понравиться. Мы почему? Мы просто недавно видели человека, который живет чувством мести. И демон, который там сидел, нам это все объяснил. Говорит, человек не умеет прощать или не хочет прощать. И вот и планы мести, вот эта энергетика уже его притягивает. Все. Он понимаешь? Кивает. И это он было говорит, после... что здесь не месть, поиск виноватых. Поиск виноватых. Пусть все хорошо услышат это слово. Поиск виноватых является той чистотой, которая привлекает демонов. А демоны делают просто свою работу. Они заходят на свою чистоту. Но здесь не просто поиск виноватых. Здесь четко сформулированная мыслеформа, которую он еще показывает. То есть она как сгусток в ней. Хорошо, будем разбираться. Хорошо. Как у нас ревер закончился? Они все мы у них забрали? Закончился. Мы забрали у них все, да? Всю энергию, да, забрали. Хорошо, все. Тогда сейчас начинаем, конечно, с прута. Спрут 50 лет. Я не знаю, как ты это все вытащишь, но ты должен это все вытащить сегодня. Ну, он не сможет. У него сил нет. Сил нет, хорошо. Он такой обрюзший весь в этой слизи. Длинные вот эти. И я даю команду на счет 3, включая Галине внутренний белый свет. 1, 2, 3. И Галина начинает отторжение всей энергии спрута из всех 7 своих тонких тел и своих биополей. Все осталось на чистоте спрута. Безболезненно не получится. Он вросли в нее эти щупальца уже. Что и помогает, у нее очень яркие энергии, которые вернулись. Вот они выдавливают это изнутри. Хорошо. Усиливаем эти энергии, которые вернулись. Они выталкивают все чужеродное, находящееся в ее биополе. Остается 100% энергии Галины. Щупальцы слизи вышли. Большой шар? Но он очень много слизи она вернула ему. И то, что осталось, но больше меча шар. Да, больше меча. Хорошо, открывается портал в галактическое ядро. Этот шар улетает в галактическое ядро на переработку. Закрывай, печатай, растворяй. Хорошо, синий дракон, выходишь сейчас, сам достаешь все свои платы, которые ты оставил, все подключки, и докладываешь о готовности к проверке. Синий дракон, 7 лет назад, когда ты зашел, какая была ситуация? Опиши ее. Праздник? Ну нет, у нее энергии очень яркие, он их показывает. Он летал над ней, летал, наблюдал, зашел. И кем ты предстал перед ней, что она тебя впустила? Она в поиске? А там не надо было разрешения, там спрут настолько все уже. Ну да, конечно. Она была полностью вся. Хорошо, вытаскивай все. К сердечной чакре подключена. Я говорил, там холод идет. Большая плата во все тело у нее. Достал. Хорошо, обращаясь к инзиктоиду. Инзиктоид, выходишь сейчас, достаешь все, что ты оставил в ее биополе, отсасываешь всю жидкость, все, что ты оставил на своей чистоте, чтобы я тебя не нашел при проверке. Все забираешь. Но здесь живот забит его тростью. Они живут в животе, это там их инкубатор стоит. Поэтому человек обычно поправляется, потому что им нужно место. Иногда до 25 килограмм. Мы уже и такое встречали. И от него, знаешь, какая-то информация шла. И вот сейчас тоже он показывает. О, до него еще кто-то был. Он не первый, кто там. Если спрут такую работу уже сделал, то там вокзал был. Там любой мог зайти. То есть были другие инсектоиды до него. Понятно. То есть они тоже уже лет 20 наверняка там при ней находятся. Он 5, но инкубатор больше. Понятно. А сколько инкубатор? Сколько лет инкубатор там находится? Вы же его не вытаскивали, когда вы уходили? Цифра идет 30, но инсектоид пытается сказать, что он не знает. Инсектоид, я не буду тебя наказывать, я просто хочу знать, сколько находится инкубатор. Я все равно узнаю. Но если ты мне скажешь, тебе будет плюс. 25 лет. 25 лет. Там, там детки внутри. Я понимаю, поэтому я дам ему и разрешаю это все забрать, все вытащить, инкубатор вытащить, деток вытащить. Все вытащил. Хорошо, я обращаюсь к демону. Демон, давай, выходи. Снимай все, что я оставил. Что он снимает, опиши. Какие боли это вызывало? Я как понял, по ногам и рукам-то бил. Руки, да, он снимает с рук.
ленты. Ленты черные. Они передавливали руки, да? Опухали руки от этого? Оно и вниз тянул. За эти ленты. А, понятно, понятно. Вот кто 20 лет тянул. Ну и на ногах у него много. А ноги ты там вообще связал, я смотрю? Ну там ленты и там... Ну как переплетено, я вижу. Они переплетены, но они давали ей возможность как шагать, сказать, потому что он сидел между ними. Обалдеть, хорошо. Он ее как-то вниз тянул, что ли, вот, да, ну, стягивал вот эти ленты вниз, плюс утяжелял этими качелями лярвы на ногах. А вот, он напитывал лярвы. Если они черные, они точно больше 20 лет. Надо, снял все. Хорошо, демон, я тебе разрешаю снять лярвы, аккуратненько снимай, ничего не оставляй. На сердце есть у нее лярва. На нее показывает. Забирай. Голова, сердце и ноги. Он забрал все. Я понял, да. Я понял, там еще и спрут помог тебе на голове эту лярву сделать, вырастить большую. Хорошо, так, сейчас мы начинаем. Я даю команду на рассинхронизацию ваших энергий с энергией Галины. Каждый забирает все свои энергии и рассинхронизируется до 100%. А Галина забирает у вас всех свои остаточные энергии и рассинхронизируется до 100%. Значит, 3, 1, 2, 3. Начинается рассинхронизация достижений числового значения 100%. Готово. Хорошо. Так, и я подхожу сейчас к Галине, кладу руки на плечи и моей собственной энергией помогаю ей произвести импульс высоковибрационного шокового удара и сжечь все каналы к интерферентам. Значит, 3, 1, 2, 3. Пошел удар. Сжигаются каналы, превращаются в пепел. Открывается портал в галактическое ядро, все эти остатки улетают в галактическое ядро на переработку в чистую первичную энергию, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо, и я даю команду, значит, 3, сканер начинает сканировать все 7 тонких тел Галины, находит остаточные энергии, все, что было еще не обнаружено, малейшие частицы, наночастицы, уничтожается прямо на месте. Если что-то крупное осталось, то моментально загорается ярко-красный маячок. 1, 2, 3, сканер начинает сканировать все 7 тонких тел Галины и проводит проверку. Но интерферентов нет. А что осталось? Подключки или что-нибудь еще есть? У нее есть ее энергии. Вот этот сгусток, про который демон говорил. Хорошо, я даю команду. И этот сгусток, ты видишь его, Вера? Он проявляется сейчас черным. Я его вижу, но он с эмоциями, наверное, больше схож. Эмоциональный, да? Хорошо, давай все равно я попробую этот черный сгусток, эмоциональный. Сила моего намерения, включая Галине внутренний белый свет, она выдавливает этот эмоциональный черный сгусток, он начинает пенить на себя, пока 100% не выйдет. Она не очень хочет с ним расстаться. Она его всю жизнь собирала. Вот так вот? Не хочет? Сейчас посмотрим, подожди. Я спрашиваю один раз и второй раз спрашивать не буду. Галина, вы хотите эту чернь оставить в своем биополе? Тогда наша работа не имеет никакого смысла. Вся вот эта команда, которая стоит, они все придут на следующий день к вам. Именно из-за нее. Она отпускает. Хорошо. И усиливаем потоки. Все нити выходят из ее биополя. Все формируется в шар. И останавливается автоматически, пока вся эта чернь не выйдет. Это какая-то боль, недоверие. Вся боль, все недоверие. Сомнения. Все сомнения. Все полностью, все чувства, все эмоциональные. Мыслеформы какие-то. Негативные мыслеформы. Все вылетает и летит в этот шар. Да, будет так, а так и есть. Отсекайте это все от себя, Галина. Выдавливайте весь этот негатив. Это яд для вашего организма. Для вашего тонких тел. Мнения, чужие слова. То есть... То, что в ней сформировалось за много лет. Все вылетает, летит шар. Вы должны с этим расстаться, Галина. Иначе вам не удастся все изменить в своей жизни в положительную сторону, когда вы живете с такими вещами в своем биополе. Она без них боится стать пустой. Ее сила будет свет. Мы ее наполним этим светом. Не злость делает человека сильным, а любовь, энергия любви. Вам не надо, вам не от кого защищаться. Вы только хуже себе делаете этим.
если у вас внутри живет свет и любовь, вы самый защищенный человек, который есть вообще на планете. Вот этот сгусток сейчас вышел он. Отлично. Большой? Он большой, но он не черный. Он там как мыслеформы, разные энергии, разные цвета. Понятно. Надо экологически утилизировать. Демон заберешь? Заберет. Отправляем демону. Это его энергия. Пусть он забирает. Хорошо. Значит, сканер показал, что она чистая, да? Да, зеленый цвет. Хорошо, все прошли проверку, всех отпускаю. Я прошу просто всех понять правильно. С этого момента Галина находится под нашей защитой. Если она сообщит нам, что у нее вдруг начинают появляться старые симптомы, я сразу пойму и через 10 минут вытащу ответственных в клетку-тюрьму. Поэтому я вам рекомендую настойчиво найти себе новое место обитания и больше сюда не приходить. Всем понятно? Всем понятно. Хорошо, открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте спрута 1, 2, 3. Спрут забирает все, что он с собой принес, уходит на свою частоту. Закрывай, печатай, растворяй, как он идет. Он вывалился туда. Ну, а что поделаешь? Возраст, такая вещь. Все там будем вываливаться. Готов. Закрывай, печатай, растворяй. И синий дракон, ты понял, больше мы с тобой не встречаемся в этом биополе, да? Кивает. Открывается наверху против часовой стрелки на частоте синего дракона. 1, 2, 3. И синий дракон уходит, забирает все, что он с собой принес. Забывая дорогу назад, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо, инзиктоид. Больше, пожалуйста, не приходи в это биополе. Инкубатора больше нет. Все. Понятно? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте инзиктоида 1, 2, 3. Инзиктоид уходит на свою частоту, забирает все, что с собой принес, ничего не забывает, и закрывай, печатай, растворяй. Готово. Все, хорошо, демон, ты доволен, должен остаться. Вот, я все равно прошу тебя больше не приходить в это биополе. Договорились. Хорошо. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте демона 1, 2, 3. И демон забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяя из того огненную пентаграмму. Готово. Поехали дальше. Переходим на частоту магического воздействия. Если таковое есть или было, оно проявляется. 1, 2, 3. Ну, и черный квадрат вышел. Отлично, черный квадрат отправляю в клетку-тюрьму. 1, 2, 3. Ушел? Да. И от этого черного квадрата я сейчас выстраиваю канал к ответственным заказчику, исполнителю, все, кто соединены с этой энергетикой, сила моего намерения по каналам притягивается в клетку-тюрьму и становится ее заложником. 1, 2, 3. Да, будет так, а так и есть. Притягиваю всех ответственных за магию. Ты знаешь, этот черный квадрат, он раскручивается и начинает показывать. От него не выстраивается ничего, он как экран становится. Что он показывает? Хорошо. Он показывает Галину, которая ходила по магам и колдунам. Вот как. Все это осталось записано в хрониках Акаши. А ходила она просила, да, снять с нее проклятие, что ли, вернуть тому, кто его сделал. И сделали не это? Получается, у нее много лет жизни ушло вот на это все, и вот этот сгусток, который мы сейчас вытащили с нее, вот это вся ее деятельность, она много куда ходила. И отсюда у нее лярвы, которые на ногах растил. Демон. Демон. И что еще? Она сейчас пустая, но у нее появляется страх от этого. Мы заполним сейчас. Она пустая. Мы заполним ее энергиями, ей нечего бояться. И стоит действительно больше бояться этого черного квадрата, который там в ее биополе сидел. Она понимает его причину, она готова с ним расстаться раз и навсегда. Это и есть генерированная вся энергетика, да, Вера? Мы можем ее отрубить? Но мы можем только скинуть этот черный квадрат. Я вот думаю, а тонкая копия уже пустая. Хорошо. Давай тогда сбрасывать эту чернь, потому что свет и чернь не совмещаются вместе. Хорошо, Галина, вы готовы расстаться с этой вещью, отягощающей ваше здоровье? Это причина ваших проблем с ногами и руками. Вот этот квадрат. Это. Те усилия бывают чужеродные энергии, бывают собственные, с собой же сгенерированные негативные энергии. Вот они у вас сейчас перед глазами.
Ну, ей трудно, она очень долгое время верила во все на это. И расстаться ей. Я могу ей вернуть все назад, что она хочет. Если она Нет, хочет. Не хочет. Он хочет Хорошо, значит, расстаться. она должна тогда это осознанно сформулировать сейчас, что она хочет это все убрать из своего биополя. Я должен это услышать. Это ее волеизлияние, только она имеет право. Но она говорит, что я прошу убрать из меня черноту, хорошо, произведенную мной и не мной. Отлично. Я подхожу сейчас, кладу ей руки на плечи, помогаю ей сформировать импульс к этому черному квадрату и сжечь связь с ним на счет 3. 1, 2, 3. Пошел мощнейший удар, высоковибрационный импульсный удар, сжигает связь к этому квадрату. Готово. Открывается под квадратом портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. Он улетает в галактическое ядро на переработку. Закрываю, печатаю, расстреляю. Есть. Вот сейчас будет интересно, Галина, сейчас выйдут все негативные эгрегоры. И я даю команду, переходим на чистоту негативные эгрегоры, мешающие жизни, судьбе и здоровью, физическому и энергетическому. Они проявляются и выходят. Ну, их много, и нити к ней ведут от них. Связана она с ними. Вот, Галина, вы понимаете, вот это все, что сейчас висит, это эгрегоры, которые негативно воздействуют на вас, и кроме того, они с вами связаны. Мой вопрос. Они подпитываются от нее. Они вами подпитываются. Вы готовы разорвать с ними связь? Готова она. Это то же самое, что черный квадрат, который мы только что уничтожили. Хорошо. Галина дала свое разрешение, и проводим работы по отключению негативных эгрегоров. Я подхожу к Галине, помогаю ей, и я формирую импульс высоковибрационного шокового удара, пропуская через нее, и она отсекает от себя все негативно воздействующие на ее жизнь, здоровье, биополе, эгрегоры. 1, 2, 3. Пошел мощный удар. Готово. Сожглись? Да. Связи? Отлично. Открывается портал в галактическое ядро. И эти все эгрегоры улетают в галактическое ядро на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Переходим на чистоту лярвы. И я даю команду, на счет 3 выходят фантомы лярв. 1, 2, 3. Зависает в воздухе перед Галиной. Готово. Открывается под ним портал в галактическое ядро. Эти фантомы улетают в галактическое ядро на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Есть. И из живота тонкой копии Галины 2 пальца ниже пупка начинает разливаться резервная энергия жива. Белым цветом по всем фантомам, закрывая все порты от внешних подключений, заливаются пустоты, образовавшиеся от темных и патогенных энергий, сжигая энергии болезней, земных и космических, активирует гармонию и свойства чакр. Если где-то осталась негативная энергия, то энергия проявит в виде темных пятен. 1, 2, 3. Пошел свет. Там прилично должно быть. Я вижу уже. Но она почти вся в этих темных пятнах. Вот. Открываем воронку против часовой стрелки. Появляется твой специальный высоковибрационный инструмент для удаления остаточных негативных энергий, вибраций в биополе. И приступая к работе, вычищаем все остаточные негативные энергии, все, что осталось. Засасывается высоковибрационный инструмент, усиливаем мощность инструмента в 100 раз. До последнего микрона все засасывается в него. Ее после чистки будет пару дней ломать, мне кажется. Потому что 20 лет, 50 лет спрут, это будет... Но через неделю будет лучше. Готово. И выкидываю в воронку, улетает в галактическое ядро на переработку, закрывая, печатаю, растворяю. По закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, Галина должна взять сейчас ответственность за свою жизнь, в свои руки выразить это намерение. Она готова это сделать? Она готова. Я говорю вслух, а ее тонкая копия пусть повторяет за мной. Я. Вызывая все соглашения, контракты, договоры, выполнение к соглашениям, контрактам и договорам. 1, 2, 3. Выше договора.
Немного чего вышло. Галина, это все, что вышло, это все точно такой же вред, как квадрат. Это черный и как вот эти эгрегоры, которые мы уничтожили. Я прошу вас посмотреть сейчас эти договоры и свитки и выразить свое намерение, готовы ли вы с ними расстаться, с этими контрактами. Большинство из них идут, плетутся за вами с прошлых жизней. У меня есть проклятие. Есть проклятие? Да, и договора есть. Так, проклятие отправляем в клетку тюрьму. 1, 2, 3. Сейчас будем работать. В клетке? Да, в клетке. И от этого контракта сейчас, от этого проклятия, выстраиваю канал к ответственным силам его намерения. 1, 2, 3. Канал выстраивается и притягивает всех ответственных, заказчика, исполнителя, всех причастных к этому деянию. Клетку тюрьму становятся моими заложниками. Давно нет живых. Это прошлая жизнь. У нее проклятие, четвертое поколение получается. Или четвертая жизнь, не могу пока понять. Была это она или ее предки. Хорошо, мы просим сейчас показать ситуацию. Устанавливается экран возле этого проклятия. 1, 2, 3. И все эти мыслеформы, эта ситуация этого проклятия проявляется. Сейчас на экране. 1, 2, 3. Да, будет так. Мы смотрим ситуацию. Получаешь год, страна, ситуация, как это все происходило. И кто проклял. 1786 год. Да. Англия. Англия. Хорошо. Ситуация какая? Какая-то, подожди, серость, лес, да. Дождь. Кони, всадники. Нет, дом и бабка-повитуха принимает роды. Ребенка пуповина закручена. Он мертвый рождается. Угу. Ее обвинили в этом, да? Прокляли. Ее прокляли. Я только не пойму, она это или ее предок. Хорошо, она нас сейчас слышит. Мы обращаемся к ней. Кому? Это просто картинка. Картинка, да? Хорошо. И те, кто произнес проклятие, сейчас проявляется. 1, 2, 3. Родители этого ребенка, или кто там проклял, они связаны. Женщина, которая рожала. Хорошо, роженица, она меня слышит? Она меня видит? Видит. Хорошо, я приветствую ее. Как ее зовут? Имя свое назовите. Мэри, Мария, что это такое? Мэри. Мэри, да? Да. Мэри, я обращаюсь к вам из 2021 года. Мы сейчас работаем с проклятием, которое вы произнесли в 1786 году. Это был несчастный случай, когда ваш ребенок при родах погиб, у него было обтянуто пуповиной, видать, горло. Вы понимаете, что это была не вина этой женщины, которая помогала вам эти роды принять. Но это проклятие действует уже более 300 лет. Подожди, она говорит, что больше. То есть они из жизни в жизни пытаются это исправить? Из поколения в поколение. И вот опять что-то происходит. И никак не может закончиться. Хорошо, Мэри. Сегодня будет у вас уникальный шанс. Мы сегодня как раз это произведем, что у вас не получилось все эти жизни до этого. Вы готовы? Она говорит, что я бы рада была, чтобы так закончилось. Так и будет. Хорошо. Мэри, я прошу вас сейчас, вот посмотрите, пожалуйста, на Галину. Она стоит перед вами. Это, скорее всего, я не знаю, это она была или это была ее родственница, потому что вы прокляли весь род, и это все передается по роду. Я сейчас прошу вас произнести слова прощения, искреннего прощения за вас, за это проклятие, которое вы произнесли, и аннулировать. Вы 3 раза должны сказать: я аннулирую это проклятие. И после этого я попрошу Галину принять это прощение и простить вам. Вы согласны? Только так мы сможем разорвать это проклятие. Другой возможности нет. Только примирением сторон.
Она такие вещи интересные говорит. Она говорит, что это, то есть, 4 поколения назад, вот ее родственница, вот эта прапрапрабабушка, Да. Это она и была сама. То есть это было ее воплощение. Повитухой она была. Хорошо. Она была бабкой-повитухой. Хорошо. Но в этом нет ее вины, что случилось. Поэтому мы должны как-то закончить сегодня с этим проклятием, уважаемая Мэри. Она понимает. Она говорит, что это как сеткой накладывает на все поколения вот этот негатив и проклятие. И я готова сегодня снять, я понимаю, что она не была ни при чем. Но я так ждала этого ребенка, мальчика-то был. И эти слова Выключайте были эмоции, сказаны Вера. С такой, подожди, да. С такой злобой были сказаны слова, что они вот этой сеткой повисли на нескольких поколениях. Сильную энергию вложила в эти слова. Я понимаю, я вижу это все. И эта сетка сейчас мы должны уничтожить и разорвать это проклятие. Прошу вас, Мэри, мы все поняли эту ситуацию, вы поняли эту ситуацию. Давайте выходите из нее совместно. Она говорит, что я, во-первых, искренне прошу прощения. Она встает на колени и молит прощения. И говорит, что я снимаю свое проклятие. И дарю любовь твоему роду, заменяю это проклятие на любовь и на искру жизни, и отменяю. Да, будет так, а так и есть. Я прошу Галину сейчас принять эти извинения, это прощение акцептировать и простить со своей стороны. Вот, кстати, вот эта искра Мэри. Жизни, она и должна наполнить пустую Галину. Отлично. Это то, чем она должна заполниться, и это то, для чего она освобождала место. Вот, эта искра сейчас в ней. Она должна принять ее. Она должна принять. Хорошо, Галина, ваша очередь. Вы понимаете, какая ситуация у вас сложилась. Если вы сейчас это не сделаете, то, возможно, через пару жизней вы вспомните об этом. Она должна искренне поверить в это. Вы должны искренне. У нее сомнения, то, что она видит. Да ты что? Галина, я обращаюсь к вам, вы меня видите? Она всю жизнь искала какое-то зло, понимаешь, а тут совсем Галина, такая вы ситуация. Галина, вы понимаете, что вы могли все эти годы заблуждаться? Чисто заблуждаться. Мы вам сейчас здесь показали правду. Она говорит, что многие люди подтвердили мои... Хорошо. Мои предположения, включая церковь. Церковнослужителей, к которым я обращалась. Дело в том, что церковнослужители, они тоже люди, они тоже могут ошибаться. Они их не видят, а мы их видим. Вы видели этих паразитов, которые сидели в клетке сегодня у вас? Вы видели этого демона с прута, 50 лет сидевшего у вас? Вы тоже в них не верите, Галина? Она говорит, что мне просто трудно все это принимать, но я все это вижу. Галина, если мы сейчас закончим на этом сеанс, это проклятие никуда не уйдет. Нет, она... Вы искренне должны сейчас простить Мэри это проклятие, которое произошло. И на этом мы закончим с ним раз и навсегда. 300 лет оно вас преследует. А подожди, вот эту бабку освети, чтобы она прочувствовала, что это она, чтобы она вспомнила. И освещай эту... Освещая эту бабушку, 1, 2, 3, эту повитуху, она проявляется сейчас. Галина смотрит на нее, узнает все ее свои черты. Не такая же она и бабушка. Что? 45 ей. Не такая же она и бабушка. Ну, в 1786 году 45 лет это уже было дедушка или бабушка. Тогда так долго не жили. Она видит, узнает себя. Да здесь просто такие вибрации летают сейчас. А да, народ руками закрывает. Вспомнили, Галина? Кивает, может говорить. Отлично. Хорошо, давайте теперь это все наконец закончим. Вы должны принять это прощение. Вы должны вслух об этом сказать. Искренне, от всего сердца. Слезы текут у нее. Она говорит, девочка моя, не помню эту ситуацию. Как же мне было жаль твое дитя.
Ну что я могла сделать тогда? Я благодарю тебя за твое прощение и принимаю искру жизни. И дарю тебе искру жизни на все твои следующие воплощения. Да, будет так. А так и есть. Проклятие аннулировано. Накивает. И искра входит в каждую. Из Мэри входит искра, которую послала Галина. И от Мэри идет искра, которая входит в Галину. Для чего она место освобождала в себе? Они встретятся в следующей жизни. Будет еще воплощение. Конечно. И на физическом уровне они должны будут пронести эту искру. Они будут хорошими подругами. Я больше чем уверен. Хорошо. Фух. Хорошо, мы закончили эту ситуацию. Уважаемая Мэри, я очень рад, что так закончилось это все. И то, что у вас не получалось все эти столетия, сегодня мы смогли общими усилиями достигнуть этой цели. Даже вы в начале сеанса не верили в то, что это получится. Получается, что вот эта искра, она как генетическая память, которая должна сохраниться на последующей жизни и не привести к смерти детей или проклятиям новым. Мэри, мы можем вам что-то сейчас еще хорошее сделать? Нет, она встала, сейчас в ней эта искра, она говорит, что лучше этого. Это был, как сказать, пик, предел моих последних сотен лет существования. Вы сделали невозможное. Все возможно. Горле перехватило. Хорошо, Мэри, примите от нас эту искреннюю энергию благодарности. И мы очень рады, что так все получилось. Желаем вам всего наилучшего там, где вы находитесь. Света и любви Отца вам желаем. И будем отключаться от вас. Она принимает и благодарит. Отлично. Мы отключаемся, отпускаем эту ситуацию. Всего доброго, Мэри. Убираем экран. 1, 2, 3. Галина, сейчас вы понимаете все? Серьезная она ситуация. Она понимает, и в ней сейчас тоже эта искра, она наполнена совсем другими эмоциями сейчас. Вот, поехали дальше. У нас там остались висеть контракты. Мы только убрали проклятие, правильно? Проявляются еще раз все контракты. 1, 2, 3. Контракты есть у нее. Хорошо, она готова их скинуть? Один из контрактов, это то, что, например, да, вот я смотрю точно, который... Чтобы быть повитухой, у нее определенные знания были. Хорошо, она должна посмотреть и оставить, которые ей нужны, а которые не нужны, мы уничтожим. Она говорит, что ей так наделала делов, я убираю все. Отлично, хорошо. Тогда я говорю вслух, а ее тонкая копия пусть повторяет за мной. Внутренней власти моего суверенного я. Я объявляю в зеркала все воплощения и все перечисленное ранее. Все. Я свободная душа. Открывается портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. И все эти контракты улетают в галактическое ядро, от которых она отказалась. 1, 2, 3. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Хорошо. Хорошо. Пусть тонкая копия Галины вспомнит самый счастливый момент жизни и даст нам числовое значение. 680. И поднимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии Галины до числового значения 680 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Есть. Мы закончили чистку. Галина, как вы себя чувствуете? Она прекрасно себя чувствует. Молодая тонкая копия, не очень легкая. А вообще у нее интересная энергия. Когда она будет знать, наверное, узнает, кто она. Связь у нее с космосом есть. Если она захочет узнать, пусть обратится. Знает она Меркабу. Хорошо. Ей легко и уютно. Все, хорошо, мы свою работу сделали. Благодарим Галину за то, что она сегодня помогала нам в работе. Мы очень рады, что все, что было, мы убрали, все нашли и все уничтожили. Она благодарит.
Желание всего наилучшего, пусть сохраняет высокие энергии и вибрации, не повторяет ошибок и дарит свет и любовь вокруг себя. Для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Галины в систему биороба душа, заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга, синхронизируем и гармонизируем все энергии и вибрации между тонкими телами и физическим биороботом. Готово. И отключаемся от объекта и перемещайся в свою комнату диагностики. У нее биоробот начал впитывать все вот эти энергии внутрь. Я представляю, как ее сейчас будет поглощать. Ломить, конечно, но это приятно. Это все будет энергии больше и больше. Я на месте. So